Хорош, брат. Слушайте, короче, из всех ставочек, которые остались, из 13 штук, только в одной есть победа X-Lord над Флаем 2-3. Во всех остальных Флай типа выигрывает там разный счет. 3-1. Ну и все, есть 3-0, есть 3-1, есть 3-2 есть. Ну посмотрим. EU East 4. Поехали. Ну, у Флая тяжелый пинг, на самом деле. Я готов. Он затащит с таким пингом вообще? Ой, нифига, карта прикольная. Сейчас посмотрим, насколько все будет сложно. А что, в третьем варике новые карты стали появляться? Офигеть. Tide Hunters, это дотеры. Дотеры захватили Warcraft. Так. Слышь, я удивился, да, что в третьем варике наконец-то клепают карты. До вас доперло то, что баланс можно не только там бафы и нерфы, а просто новые карты делать. Молодцы. 20 лет прошло. Бинго. Ну, почти. Один шоп всего, что ли? Да он светит в глаза. В этом его задача. Ты белый, как андет. Ну ладно, ты не андет. Так ты садись и свети себе в глаза. Нет, у тебя тут все разваливается. Короче, господин Алексей Друнин поставил задачу подчиненным. Да, я тут поставил. Задача, сейчас нет? Не слышно тебя, Росбрейн. Пока не слышно. Почему? У меня включен микрофон. Да. А батарейки вынуты. Батарейки говно. Захват. Да? Захват. Так захват есть. Это просто я на темную, все, видишь? Га-га. Им кажется, что нет захвата, потому что я темненькое показываю. А на самом деле вот. То есть они все это время после искали, да? Нет, они ждали просто. Тебе садись, нужен микрофон? Сюда. Микрофон Hunter нужен? Fly играет. Hunter... Хедхантеров Флай играет. Хедхантеров. Прием, прием. А X-Lord играет Криптлорда с гулями. Он будет X-Lord. Михаил, скажите, как вам вести трансляцию на вашем канале без микрофона в уголке? Прекрасно. Подожди, у Леши ты видишь? Короче, Леша, что? Там хромак еще сзади. Да нормально, да, все, он андет, это аура. А, ты еще там что-то подредактировал? Нет. Да, он все накрутил, все у него я отлично. Тримаком. Отключи, отключай свет, братан, будь андедом. Давай, 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 давай. Красавчик вообще. Да, хочешь, я сделаю как надо? Слышь, тебе не нравится? Ты можешь опять идти за дверь и звонить там звонок, чтобы мы тебя открыли. На этот раз мы не допустим такой ошибки. Смотри, как родной. Да, хорошо. Идеально просто. И дождичек. Спрашивают, что хату поставил. Нигал огненный глаз. Он знает, что X-Lord экспандиться будет. Анубирос. Анубирос будет ставить экспанд. Душный чел комментирует за кадром. Что, откройте пошел? Окно. Да это Майкер, забейте. Он всегда такой. Армию игрока атакуют. Думает, что если это его канал, ему все можно. А самое обидное, что он прав. Этот мир несправедлив. Давай его забаним. Да. А, либо ждет окружение после импейла. И тогда уже можно экспандиться. Тир-то он не заказывает до сих пор. Минус гуля. Ну так это же дотерская карта, Tide Hunters. И пошел тир 2. И тут тир 2. Ничего себе, игроки-то копируют друг друга. Плащик, сразу в невидимость входим. Да. Мы ему за никнейм выдали плюс. Минус второй гуля. И не хватает длины жуку, чтобы достать со спины, так сказать, форсиру. В огненный глаз не может попасть своим импейлом. Если вы понимаете, о чем я. О, сейчас из краба будут жуки. Или скелеты. Опа, плюс импейл. И не будет окружения. С
слишком понерфлен МПЛ. Был МПЛ нормальный, нет, взяли понерфили. Вот зачем? Тем временем... Оп-оп-оп, окружил хедхантера. Да вы посмотрите, какой красавчик, подмувил. Просто... Азара поддержал ваш просто канал на 100 рублей и сообщает. Кирилл, комментируй, ну их гонит. Гонит огненного глаза. Кирилл, комментируй, ну их лесом. Передаю микрофон Азара. Михаилу Мирчуку. Азара с каждым разом все меньше и меньше скидывает. Последнее просто. Все. Азара там держался из последних сил. Так, друзья, наконец-то, счет поправь. Наконец-то отличные сейчас будут комментарии. А то я понимаю, что вы все заснули под Леху, но я бегал за батарейками, чтобы можно было комментировать вдвоем. У нас второй полуфинал. X-Lord, который не скрывается под аккаунтом Альфонса Сосо, играет против одного из сильнейшего китайского орка, единственного. А, не, на самом деле не единственного, есть еще Лингуага, еще есть там пачка орков. Но... Сяок. Сяок Кай. Сяок. Сяок. В общем, Флай здесь, на мой взгляд, фаворит, потому что нормальных орков в Европе почти нет. И с кем X-Lord'у тренироваться против орков? Действительно. Поэтому, но была уже интересная подстройка. То есть форсир, который с хедхантерами хотел явно пушить потенциальный экспанд, в который явно хотел идти X-Lord. Но грамотная разведка, и экспанд был отложен. Или вообще даже ушел. Слушай, из планов. Ну, Никсу вообще очень сложно, мне кажется, играть на начальном этапе против какого, ну, он называется? Чен это. Против Чена, да. То есть ему хотя бы ульту нужно. Ну, конечно. Он гангать его не сможет. Далеко, да. И он ни разу Берн еще не кинул. Я не знаю, почему так. Он вообще МПЛ качает и плюсики, что ли? Видимо, да. Ну, такое. Хорошо, видишь, отманил. О, это двух големов, которые прибежали. И слов не кидают, и камни не кидают. Грамотно, конечно, грамотно. Разведка пришла сейчас от Флая. Иллюзия второго левела, а форсир третьего. Ну, что за несправедливость? Сапоги, сапоги, сапоги! Слушай, а здесь можно было даже окружить Декута без ауры, который... шел просто так. Да, но он забайтился на сапоги. Привет, Славка. Тут вообще опасный момент. Сейчас придет же сзади жук, и это уже будет жесткий крипджек. Надо на телепорте, видимо, уходить отсюда. Или... А, нет. Вот чем дольше он принимает решение, тем больше он потеряет. Может, до дирижабля будет купить. Ну, уже вроде рассвет, но минус один хедхантер. Минус второй наверху точный хедхантер. Виверна прилетела. Виверна. И все. Хедхантер и Виверн. Вот это крейзи, конечно. Хорошие стомпы, конечно, у этого. У Таурена. Так, ну в целом, минус три хедхантера на... Сколько там гулей погибло? Интересно. Раз, два, три. Четыре гули. Четыре гули. Ну всегда жаба душит. Менять гулей. Ну, в смысле, менять хедхантеров на гулей. Все-таки разные по ценности юниты. По стоимости почти одинаковые, а по ценности разные. Так, сеточки еще нет, в Т3 сразу идет. Это отвлекающая вышечка, это не экспанд на самом деле. Угу. Здорово, Миша, смотрю, новые скины используешь, красава. Да, его бесплатно раздавали. Неплохая, неплохая. Все лучше дефолтного. Так, ну и что делать? Уже за Виверну хочется вписаться, потому что ты на нее полминуты вся база работала. Да, и, кстати, Виверна выживет, потому что ее отпустит в последнюю секунду. И Койл в нее летит. Не стал Койл бросать. А это ошибка. Да. Дичайшая ошибка. Че он зажал реально Койл? Может, подумал, что Койл это только земля-земля? Да. Ну что? Т3 есть, лич заказан. Правда, больше ничего нет.
не совсем правильно размещены игроки наверху, по этим все время путаюсь. X-Lord у нас справа получается на карте, а Fly слева. Ну а вдруг они в Elimination сыграют и отстроят базу? Базами поменяются. Возможно, возможно. И почему у нейтралов нету имен, хотя бы у крутых? У героев есть, а у нейтралов нет. Было бы круто. Че, отправить шмоткам? Аура тоже занервленная. Плюс один к броне теперь дает, а не полтора. Зачем все интересно нерфить, если есть ауры не очень, а есть хорошие? Не легче было занерфить хорошие? Так, лич с арбой. И на скролл разведет сейчас, потому что нет импейла. Надо отдать перчатки. Две личу. Так. А то ему холодно очень без кожи на руках. Город в осаде. Надеюсь, перчатки кожаные. Ну отдай перчатки. Алло. Какой-то хреновый из него Альфонсо. Странный. Ладно, разбежались. Базу, кажется, сейчас уже там Акалит все трется, никак не решится. Но вообще, вместо того, чтобы... А, не, подожди, он уже до 50 лимита еще не дошел. Ему хотя бы этот базовый лимит заполнить чем-то полезным. А потом уже... А Флай молодец. Флай уже ставит базу на лимите 50. Правда, бетон не делает. Но он в качестве агрессора выступает. Ему, может быть, и пока рановато думать о каких-то... Вообще, экспанд на 50 — это один из самых классических вариантов развития, так скажем, в Варкрафте, потому что с появлением апкипа, а он появился сразу, как только вышел Варкрафт, стало понятно, что игрок должен думать перед тем, как выходить за определенные рамки. Но с тех пор, как перебаф или арков, с ними вообще невозможно играть. Посмотрите просто, 61 лимита. Что это такое? 61. О, книга мертвых, а диспелла нет. Вот это, кстати, топовая тема. Может быть. Ну, нормально, против виверн вообще жестко. Тут столько мяса всякого. Да они дохлые сейчас, эти скелеты. Если один стомп нормальный будет, то они развалятся, скорее всего, от тех же самых виверн. Ну, я согласен, что может помочь. Ну вот что делает X-Lord? Он сейчас реально будет ставить экспанд без разведки арковского экспанда или что? Да, при том, что у него столько жучков, разведывай не хочу. Пока что, если вот он действительно не делал разведки, он может попасть... Да, и он ставит эксп. Блин. Вот X-Lord реально сейчас допускает ошибку. Он думает, что... Нифига, тут Нова, Койл, Импейл, бедного Рейдера. Все, Рейдера, да. Он думает реально, что у него есть вот эти вот сейчас 3-4 минуты на построение и окупание экспа. А там уже что там достраивается уже, да? Там работает. А, работает уже. Ну, это все, это ГГшечка. Это реально ГГшечка лимит уже. Лимит слабый только у Флая. Выиграет Флай здесь. Но ему нужно очень постараться, чтобы просто залить. Масс виверны, без ядов. Но... Согласен. Согласен, надо тыкать Т3. Потому что, ну, если бы он знал, что X-Lord только что сейчас поставил базу, он бы точно тыкнул Т3. Вот прям 100% тыкнул. Потому что это сразу тебе дает те самые там 3 минуты спокойствия. Пошел Тайтхантеров убивать. Это его карта. Какие заклинания у Тайтхантера? Что ему собирать? Ну, кроме рефрешера, естественно. Ну, ему блин первым делом. Так. Чтобы под ульту врываться. Ну, это понятно. Как ульта называется? Я не помню. Ладно, какие у него скиллы вообще есть? Гуш, который гаш, кидает, да. Минус броню делает. Так. И скорость перемещения, конечно, снижает. Пассивка на защиту и пассивка на атаку. Так, пассивка на атаку что дает? Сплэшовый урон вокруг. А, что, ты уверен? Ух, да. Окей. Дотер сраный. Зря сражается Флай. Но может быть позиция хорошая. Типа хорошо влетел. Нормально. Ты видишь, что происходит? Я вижу минус виверны, одна, вторая. Я смотрю на лимит. Пока ничего особо не меняется. Но виверны, конечно, да. Умирают просто. Book of Dead, кстати, был заюзан. Но довольно быстро развалился. Тем не менее, вот
Обычно, если ты за Виверн хорошо, ну, битва начинается, ты особо их потом и не теряешь. Да. А вот если она затягивается, битва, то это уже очень плохой знак для человека, который ворвался с Вивернами. Ну, поэтому... если ты не ворвался там с Инвиза, со Стомпа и пачкой Виверн, не начал фокусить все по одному, а вот так вот просто все сражается там, там и там, то Виверны вообще ни о чем. То есть у них сила основная только в фокусе. Просто когда они в сетке лежат и пытаются просто постреливать, это фигня полная. Mm-hmm. Ну, экспанды-то работают. Лимиты не то чтобы сильно. Да, и плюс а, подожди, это у Флая 39, а у Икслорда 55. Да? Да. Однако, здравствуйте. Я же говорил, твои виверны не потянут. Но он криво, правда, жутко посражался. Да, сейчас уже не восстановится нормально. Разве что за счет долгого-долгого сидения на 50 и с одновременным грейдом на Т3. Вообще удивительно, что Флай не знает, что тут всегда надо с инвиза начинать драку. Ой, смотри, как волки. Лапками. Классно работает. Теуренчик в инвизе. А зачем он сейчас преследует-то Экслорда? Хочет на в пятом форсире подразменять юнит. Хочешь жуку пятый дать? Я не знаю, что жуку пятый даст. МПЛ третий, и все. А МПЛ действует же на юниты в сетке? Вы должен, да. Мне тоже как должен. Но интересно, как они будут... Они просто урон будут получать со станом с задержкой? Они же не будут подлетать? Нет. Ну. Вот вам задачка, друзья. Виверны в сетке. Жук делает МПЛ. Пассивка на атаку уже давно не пассивка, говорят. Ну, мы же про первую доту, вы понимаете? 5.64, насколько я помню. Или какой там 6.50. Ну, они выходят до сих пор. Класс. Гоу на ICCAP'е, один на один на SF'ах. Что там, три кнопки надо сжать, все. И ласт хитить, больше ничего не нужно. Бедный Дестер. Блин, ну зачем он здесь сражается-то, а? Ну, вот без разницы, на самом деле. Слишком Экслорд глобальное преимущество. Да, был неправ я. Я думал, что Флай тут с такими исходными данными затащит. А я был мудёр. Угу. Ну, все как обычно. Таурен отлетит. Ой, пятый Таурен! Пятый Таурен! Ну, как я говорил, на героях можно чисто заковырять. Ой, да ладно, потому камбэчит. 5-5 героя очень сильно. Все, Флай 60 на там 45. Что? Как это работает? Они же начали драку, Экслорда было больше. Ну, просто герои Орка сейчас на данном этапе сильнее, чем герои Андеда вот такие. Герои Андеда практически ничего не делают сейчас. Фокусить особо некого. Палит просто, да. Как два пса, которые кусаться умеют. Он просто на халяву потерял слишком много финдов, и теперь нечем контролить Виверну. Но все равно Икслорд изи может выиграть. Ему нужно просто побольше всего. Reinforcement говорит, что не действует МПЛ. Да как так? На жуков, а на Виверн в сетке. Но волна действует. Действует. Шоквейв действует же. Верно, в сетке жук делает МПЛ, игра вылетает, никак иначе. Привет. Ой, сколько виверн уже, смотри. И Таурэша с маной влетает. Смотри, наверх, Таурен. Очень важно. Хвост загораживает экран. Таурен. Стомпа. Контроль. Дикей. МПЛ пошел. Дикей куда-то не Какая новая, смотри, в виверн. Так, внимательно смотрим, что происходит. Кого там поймали? Деку поймали. Чего нету инву? Где инву? Да, не нужный герой просто. На нем все держится, но... Да, ну все, Икслорд, я бы расстроился на месте Икслорда в этой ситуации. Да, сам отдался. Ну, еще ладно, не отдался полностью. А тыкни на мейн флай это. Тыкнул. Блин, а почему?
Он просто грейды сделал, видимо. Не, почему он до сих пор Т3 не сделал? Дерева нет. Хороший аргумент. Это такая задача, которую можно было решить за последние 5 минут. О, храм. Банши, наверное. Хотя бы сейчас не знаю, что делать. Отправлял бы этих жучков хотя бы на экспанд. Он же видит его. Уже да. Деку выкупил в таверне, да? Да. А где Нова? Все-таки где Нова, Виверн? Пошла Нова. Стомп отличный. Форсир шестой. У него сейчас ультимейт ему переделали, он еще своих не замедляет. На самом деле, в последний раз, когда Флай играл с Икслордом, первая игра у них, по-моему, точно так же закончилась. Икслорд побеждал, а потом его численных героев заковыряли на форсире с Таурену. Кадой, смотри наверху, какой красивый. А где Койл? Да, маны нет. Передал ТП. Красиво. Еле-еле, минус обсидианка. 32 на 58. На самом деле не все потеряно. Да. Пока герои живы, пока экспанд стоит, в конце концов. Но тут, правда, можно было Earthquake, если бы мана была, снести все в секунды. Надо перефокусить было же. О, это минус фейс. Его морозка. А он без телепорта был? Да. Как? И без ингула. Косарь на руках, ё-моё. Ну, вот здесь качели. Здесь уже... Ну, у Икслорда будет какое-то время сейчас на то, чтобы восстановиться. В целом, конечно, он все равно дико позади, потому что у него у Флай 50 лимита и косарь на руках. На самом деле, мне кажется, Икслорду надо было брать третьих жучков здесь. Импейл что-то как-то... Импейл что-то как-то не очень. Уайлдер говорит, охранить, ребята, я 7300 выиграл в матче с Хэппи. Да, чего? Ну, а вдруг есть, где принимают? Нет? Армию игрока атакуют. Да, Ханзо, легенда. То лимиты, в принципе, равняются. Ну, это бывает так, если один... Инвул взял в этот раз. Даже у меня на пинах, братан, 300 баксов. 300 баксов. Ну, что можно на 300 баксов? 300, это много. Ну, это больше, чем какой-нибудь. Класс. Так, ну что, продолжаем смотреть. Это первая игра второго полуфинала. Икслорд играет против Флай. Победитель встретится с Хапачом в финале. Матча за третье место нет. Поэтому... Yes, Квейка нету. А он вообще его не взял? Чайник. Ну как же он вбегает-то вивернами капец, прям? Капец, да. До первого стомпа умирает минимум две виверны. Минимум. Вот первый стомп. Капец. Он ими танчит тупо. Так Флай сейчас развалится здесь на андейдовской базе. Да. Несмотря на шестого Таурена. Ой, какой импейл! Свиток, кстати, респект за свиток. Все виверны минус. Второй. Блин. Вот это игра, конечно. Вообще непонятно, что... Ну, понятно, почему сейчас так вот конкретно в этой битве произошло, потому что Таурен... Не хватает поушена маны, дикий. Не-не-нет, он просто... Просто не его стратегия, короче. Надо говоря, бутылки покупать, Икслорд. Юный Икслорд, уже не очень юный, да? Совсем не юный даже. Он просто раньше был в этом в детском отделении СК. СК дети. Или как это так называлось, не помню как точно. СК 06. 2006. Битва. Это, по-моему, в 2005 было. Типа в 2006 они должны были зажечь. Форсиры чуть не окружили. По-моему, он слегка опоздал. И опять лимиты сопоставимы были. Он Хэдхантера построил, нифига. Вовремя как раз против МПЛа третьего. Не, ну нельзя так отдаваться верными, вы чего? Они же дорогие. Бэлла все еще нет. Армию игрока атакуют.
Но теперь я, честно говоря, уже не знаю, что надо флаю сделать, чтобы выиграть. Только что было наоборот, братан. Не, я же говорил, что X-Lord может выиграть, если все правильно сделает. Я просто... О, красиво. Неплохо, да. Такой, хопа, нашел немножко лимита. Неожиданно. Как в компании такая подкрепа. Да. Скриптовая подходит. Еще паука можно найти. Не, паука не оставил на закуску. Армию игрока атакуют. Да, да, тоже такая картина. О, паука нашел. Ей, так у нас уже лимит нормальный. Просто 12 лимита из ниоткуда нашел. Такой, хопа. Хотя, возможно, зря. Теперь есть что терять по лимитам. Просветочка. Так. Жук закопан. Т3 нету. А, мейны кончились. Угу. Экспанды тоже, кстати. Не то чтобы полные. Да, кстати, здесь же жук шестой, лич пятый, ДК пятый. Это же просто на героя КГ. Ну да, шестого Анубироса уже хрен убьешь. Угу. Хотя он не очень крепкий. Все, 1000 хп, 3 брони. Ну и третий койл еще сверху. Наносит урон любым юнитам. Жуки начинают летать, такие жж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 
то есть если, если юнит есть, то он звезду свою получит, а у жука как бы полетает фиксированное количество мух, да, блин, которые наносят урон, а потом они возвращаются камера. И восполняют ему здоровье еще. Короче, как баньша в дотке. Ультимейт жука — это переделанные ультимейт баньши. Ну да. Ну, дотеры поспорят, но... Они скажут, что Никс никогда так не умел. Город в осаде. Армию игрока атакуют. Что, это финалочка, я думаю. Ну да. Хоть лимиты равные. Ну, есть, конечно, вероятность, что сейчас чудеса на виражах покажет Таурен шестой. Просто стампанет так, что... Куда ты побежал? Стампанет. Он рыбачить пошел. Блин, флай. Так разогнался, что не смог остановиться. Ё-моё. Такое впечатление, что он Таурену контролит так, как Блейдом. Нажимает виндвок и пробегает вперед. Просто. Да там, там ты бы видел, как он стоял долго. Тут дело не в пинге. Никто сюда его, в принципе, отправлять не будет. Опа, пошел ульт. Жучки полетели. Да. Ну, собственно, с ним уже не сразиться. С этим же. Ну, да. Отдаю должное. Бетон максимально тайминговый. Но ровно в ту секунду, когда он понадобился, он задоделался. Кстати, ты помнишь, сколько виверн яд наносит урон? Не, я никогда и не знал. А ты удивишься, когда ну, узнаешь. Ну там дофига. Ну там 100 урона просто. При том стак подающегося. Ну, медленного, очень медленного. На 100 урона. Да. То есть арба, это эльфийская, которая 56. Ну там типа 20 секунд по 4 или что-то в этом роде, или 25 секунд по... Ну, короче, мелкий урон, но очень долго. Юнита, смысл вообще, когда телепортируешься домой эльфом, не стоит вообще его пытаться в мануэлах лечить, если по нему был залп виверн, да. Да. Альфонсо Коко. Ну, медленного, но... Вырывает. Первый это труп, матч. Это труп. То есть Арча получает выстрел, получает где-то 25 урона, учитывая, что Виверна 40-50. И все, у него половина хп после этого утекает на яде. О, я первый вообще зашел. Как до хоста еще. Ставь расу быстрее. Забивай себе место. А как поставить опса? Т справа, Т. Тим это Т. Ну там, где ты тыкал. Опс. Молодец. Ну тебе придется в Варкрафте подразобраться, Леш, если мы будем 2 на 2 играть. Смотри, какая кошечка. Красиво. А-а-а. Не люблю я там его место. Это. Так, друзья, возвращается белый Михаил. Давайте я настрою тогда. Нет, я уберу хотя бы... Хромак нормальный сделал. Да, Михаил... А, ёпер, СТ, хватит орать мне в ухо. Михаил сегодня правда белый. Блин. Вчера был синий.
Завтра будет серый, а сегодня белый. Хромак, хромак. Выбрать цвет. Pick screen color. Че он так не работает? А так будет работать? А, сработало, нормально. Нормально, я тоже буду в сумрак уходить. Тоже по шанденам? Да. Не знаю этот. Так. ППЦ, я все время думал, что Миша рестримит Абвера. Ха, то есть у нас такой диалог получался, да, с Лешей? Настолько мы скооперированы. Угу. Красиво. Неплохо, неплохо. Рестримит Абвера. Класс. Так, и вот я сейчас... Да не надо щелкать. О, сейчас мы посмотрим в классическом батлнете описание Виверны. Да, яд, кстати, ни разу, по-моему, не трогали, да? Видимо, трогали, потому что в оригинале 10 секунд, 4 дэмэджа в секунду. Но это не правда. Хм. Дриада 4 по 4. У эльфов 8 по 7 или 7 по 8. Вот. А у виверны... Двадцать пять секунд по 4 поизона, а? Да, классик. Вообще. Лучше бы наоборот, конечно, сделали. Ну, конечно. Было бы удобнее считать. А пух у вас, да, он приехал сегодня все-таки. Метакэт говорит, Варик, Майкер на вебке, ну вот одно не сходится, что за графика, где нормальный рефордж? Вы чего? Это что за ПК? Не знаю, может быть он в близах работает. Может, он трифордж пытался сделать нормально. Но не удалось. Я бы тоже хотел знать, где нормальный рефордж, если честно. Да. Блин, мне не нравится эта вебка, конечно. Сейчас, подождите, друзья. Я попробую... У тебя хромакерри бит, это из-за того, что я свет криво поставил. А. Окей. Сейчас. Да, я сейчас настрою отдельно. Чтобы было нормально. Да-да-да, так тоже вариант, кстати, вполне. А почему этот самый у тебя герцовка еще такая хреновая на вебке? У меня? Да. Не знаю, может, настройки сбросились? Кроссбаровские. Да. Угу. Ладно, погнали. Так уже получше будет. Turtle Rock, следующая карта. А, счет у нас в пользу X-Lord, что странно. Но в целом прошлая игра была дико такая качельная. Ты же помнишь, что только один человек в предсказаниях предсказал победу X-Lord? Да? Угу. Что? Блин, X-Lord сейчас кому-то заруинит просто. Не-не-не, я думаю, что Fly просто... Это не его тема. Потому что если вы нормально наиграли, много наиграли Фарсир, Таурен, Виверны, ну, вы знаете, что там ключевая роль, это у Таурена. То есть он должен появиться в нужном месте до появления Виверн.
правильно стампануть, а виверны налетают на застаненных вместе с чайником и фокусят все, что есть. Ну, это классика. А он проводил столько сражений не стомпя нормально и врываясь первыми вивернами. При том, что по-хорошему, Леша, не даст соврать, ты, в принципе, виверн не должен терять. Да, у тебя вообще должен быть пачка виверн, которая в одно, ну, как единым фронтом летит и влетает только, когда там застомпленные финды. Если они начинают в разных местах в сетке куковать в битве, то они бесполезны. Один там скелета атакует, второй героя, третий паучков, и они ничего никогда не убьют. У них единственный плюс — это фокус фаер. По-моему, финт против виверны один на один там практически без потерь, особенно под тележкой. Да. Поэтому, когда Флай переключится на своего родного Блейдмастера, которого он также, ну, потеряет лихо, я думаю, что игра будет совсем другой. Сейчас посмотрим. Но я вангую 3-1 все-таки в пользу Флая. Так, сейчас я чатик себе еще выведу. Айвер все поломал, но зато не дал нам заскучать. Серьезно? Вы не спите еще? Айвер — это один из стримеров, под которых очень рекомендуют засыпать. Потому что я никогда не кричу. Да, да. Потому что вы не проснетесь от резких звуков. Никогда! Это было спровоцировано, на самом деле. Манипулирование. Все равно неожиданно, согласись. Не сейчас, через 2 минуты. Надо, кстати, через... Нет, это салат. Салат в салат, кажется. У меня есть возможность в чат... Спойлеры, спойлеры. Спойлеры, да. Так Блейд умрет, да, спойлеры. Кстати, дебаггер тоже про спиды правильно говорит. Мы готовы, говорит, это слышать, отлично. Так, в целом, что, Блейд бегает, закупился базово, гранта окружили. Без импейла, кстати. Ты уверен? Ну, так у него первый уровень, да. Ой, не вытолкнуть, но слишком. И второй левел, но, правда, виндволк есть еще один. Он экспанд хочет поставить. Что пьете? Это какой-то безалкогольный джинджер бир. Росбрейн взял вместе с едой. Похож на... Да, лимонад имбирный. Мы еще свое сегодня возьмем. Ну, кроме Леши. Я люблю имбирный лимонад, почему кроме меня? Сокол пришел, пятерки терпит. Опа, минус Блейд. О, это Блейд минус, да. Или успеет он жука. Да, а там все равно скелетом подмувить изи. А, правда, левел ап. Красиво. Не просчитал, Леха. Не просчитал? Не просчитал. А я не вижу тут. О, там еще минус гран. Слушай, X-Lord начинает что-то. У меня тут на месте левела Блейда ноутбук. Если что, поэтому. Да, мне он тоже инвентарь перекрывал в свое время. Но можно сверху смотреть, но я все время забываю. Там мелко неудобно. Нормально. Щурится. Просто привычку это смотреть туда. Да. Ты меня своим криком из Dark Souls разбудил, когда с крыши упал. Нифига себе, какая у тебя память, кукушник. Точнее, кокошник. А как у тебя, кстати, со зрением, Михаил? 0,6 и 0,9. Фигово. Нет, почему, это нормальное? Так 0,6, это же плохо. Ну, да, близко один глаз. Точнее, далеко плохо видит. Но оно у меня как-то зафиксировалось в лет в 15. Такое, такая осталась. Примерно с таким зрением просто коррекцию у меня друг делал недавно. Так 0,9 же, ну это ж почти единичка. Ну, 0,9, не, нормально. У него где-то 0,5 и 0,6 было. А, ну я не испытываю дискомфорта, что не вижу далеко, потому что один глаз нормально далеко видит, другой нормально вблизи. У отца-то та же самая тема. Это, видимо, какая-то особенность. Чё-то, по-моему, Флай немножко это... Ой, вышка добила или что? Да, мышка добила. Мышка красиво добила. Мышка. Вообще, там это какой? Это четвертый или пятый грунт потерянный? Ну, много. Просто там было видно, что Блейд как бы умрет, если
не побежит. Потому что ну, нормальный урон у этой башни. Ну. А не пирсинг. Ну, там 8-10, но милишный, да. А, Флай вчера. Вот, урон идет отдаваться. Вчера ушел на последних хитах. У него было 5 хитов в Windwalk против там эльфа, который крипил магов. Угу. А потом решил, как бы, попробовать добить мага. 5 хп норма, да, еще? Да, да, да. То есть добить мага и типа стырить еще артефакт. Но эльф почему-то просветил. Вот это стоит. Да, это... Видимо, он допускал, что Флай может... О, виверны, кстати, в такой ситуации, когда у тебя Т2 уже, правда, есть у андеда. Не, это фигня. Ну что стоит, Шикслорд? Т3 тыкает. Что? Что? Лёш, подскажи, что это? Не знаю, видимо, он хочет в лейт играть. Типа, сейчас забьет на виверн. Ну, то есть он забивает на экспанд, получается, да? Да. Ну, странное, но решение нормальное на самом деле. Просто преимущество получил за счет того, что убил Блейда, убил Гранта. Что-то ты у нас это самое шипишь. Ты ничего с микрофоном не делаешь? Нет, я его даже прямо держу. Ну, давай, окей, хорошо. Может, я сыплю сам по себе. Верно, может попытаться добить. Смотри. Ну, кстати, там был этот момент. Она реально, если бы вовремя выстрелила, добила бы. У нее хороший урон. Потому что X-Lord не ваншотнул его. Город в осаде. Армию игрока атакуют. Проигнорили. Какая модель наушников Майкера? Может, чатик подскажет? К-271, МК-2. Ну, кстати, Виверн он реально игнорит по полной. Да, если прогуглить по модели, сразу станет понятно. А так с моделью он точно не ошибется. По деталям. Ой, как же хотят опять этого Блейда убить. Вообще здесь все сражаются ради... Остаются ради Огра. Все ради Огра. О, большой поушен. Угу. А как тебе Таурен с первой аурой? Грандиозно. Он спонсор поражения в этом бою. Столько всего можно было сделать с этим, с двумя стомпами. Да уж. А стомп у нас по 90? Я не помню. По-моему, меньше даже, 70. Нет, ты с клэпом, наверное, путаешь. 60 клэп, а варстомп... 75, 150, 225, нет? Или меньше? Не, он не растет по уровню стомп. Растет. Нет. Не, погоди, там что-то тебе 50, 75, 100, нет? Это урон. Урон 55, 75, 90 или там что-то. А, ты по мане имеешь в виду? Я имею в виду, сколько маны стоит. 90. Вот. Так я же тебе сразу сказал, 90, ты начал какие-то цифры вообще рандомные. Да, я что-то не сообразил, да. Рассказывать. Говорит, меняется еще. Нифига себе. Ну да, все как в доте. Вот, как же хочется распределить хотя бы часть урона по вивернам. Ну, это возможно. Ну да, только надо троллям что-то объяснить. И опять же, спонсоры терпения, это Таурен. Таурен, да, без тут стомпа. Один стомп. Кстати, вот кому плащ в такой ситуации отдавать? Ну, все-таки Таурену, я думаю. Я тоже думаю, Таурену. С ним выше вероятность, что будут люди стоять. И он будет стремиться сам к людям. Такой социальный Таурен. Ну да, его чаще бьют, окружают и так далее. Ну тоже такая нетипичная игра получается. Армию на данный момент. Ну, на самом деле у X-Lord'а такая задача, в принципе, стоит часто. То есть начать делать экспанд, но не концентрироваться на нем. Грубо говоря, не дать арку все это время что-то делать. Трушот. А трушот это топочка, конечно. А, и смотри, Т3. Т3, Shadowhunter. Да, Т3, Shadowhunter, музыка у Кадоев. Только я не видел, я ту виверну он сделал или нет. Нет, только сейчас пошел.
Опять же, повторяем, 25 секунд по 4 урона. То есть яд, как у дриады, только длится в 6 раз дольше. А по героям 3, по 3 урона, соответственно. Да? Ну, у них же резист. Оп, к яду нет, не должно быть резиста. Яд это не магия. Подожди, дриады по герою меньше замедляют же? Меньше. Замедляют по времени. По времени, да. Нет, ну действует просто на героев. Но размер яда должен быть тот же самый, мне кажется. То есть сам тик урона. Ну, возможно, да. Но действует меньше, значит. Не, ну по герою действует яд вообще, типа, это отдельный параметр, понимаешь? То есть у дриады длительность по юнитам 4 секунды, да. А по герою типа секунда. И это не имеет ничего общего с сопротивляемостью героя 70% против магии врожденной. Вот, кстати, еще один повод по это самое. Поиграть. Потому что пробелы накопились. Слушай, ну а я этого никогда не знал. Ну, то есть, это не, абсолютно не важно. Ты же знаешь, как это работает. Ну да. Ну, например, я не знаю, сколько. А, duration. Виверновский яд по герою действует секунду. Прикинь? Да. Да ладно, не может быть. Секунду. Написано секунду. Просто 4 бонусных урона? Да. Ну, это подозрительно, потому что с ядом герои гораздо лучше отлетают. Ну, хотя 4 урона — это тоже неплохо. Ну, это где-то 20% получается. Если мы берем урон виверны, который режется в 2 раза по герою, и да, учитывая то, что у героя есть еще броня, а яд наносит чистый урон, то получается даже где-то ближе к трети яд добавляет урона. Да-да-да, возможно. Надо будет посмотреть по статусу после залпа. Пропадет же этот статус после залпа, потому что виверны стреляют там раз в 2 секунды. Там, говорит, орк умер. Да-да-да, мы видели. Мы следим за игрой, просто некоторые вещи не стоит озвучивать. Как бы вы и так видите этого блейдмастера. Блейдмастере. Этот блейдмастер явно совершил харакири в прошлой жизни. Теперь все еще стремится к нему. Он сколько уже тут умирал? Смотри, какие артефакты в то время. А что за хедхантер грейджены один? Это что за прикол? Вожак? Он же через грантов играл. Он для него специально сделал грейд на берсеркеров? Более того, он его специально сделал. То есть он заказал его и грейд на берсеркеров. Ну, это как раз логично. Если ты делаешь грейд на берсеркеров, тебе нужно сделать человека. Ну, возможно, он сделал грейд на берсеркеров, потом подумал, блин, а хедхантеров-то нет. Неловкий момент. И сделал хедхантера. Чтобы проще комментаторам было анализировать игру. Да. Так. Просто немножко странный свич с учетом пачки виверн с ядом. Угу. А, подожди, он до 50 лимита просто добил, смотри. Ну да, но это не отменяет как бы стоимость этого берсеркера. Да, но он больше ничего не мог сделать на 50 лимит. Свиток купить, например. Ну, свиток не занимает лимит. Ты, ну зачем тебе прям 50 добивать? Ну, чтоб красиво был. Я понял. Вот, а почему... Ну, Ториан, ты будешь топать или нет? Блин, да он сейчас сдохнет просто с такими артефактами. Ну у него там поушен. Капец, что? Подожди, а у него поушен... А, нет. Большая мана у него была. Ё-моё, как же флай отдаётся просто. Чё-то кнопки не нажимаются, скажись. Может, правда пинг? Что? Или флай поставил на 0.3. Да-да-да, возможно. Слушай, Кирилл, а можно проверить, там флай делал ставочку? Не, никто на 0.3 не ставил. Единственный. То есть он сейчас два раза быстренько выиграет и потом проиграет. Так, ну, X-Lord неожиданно для меня. Я бы сказал, флай неожиданно для меня проигрывает X-Lord. Да. А не X-Lord выигрывает флай.
Просто у всех этих корейско-китайских арков блейды всегда кажутся какими-то неуязвимыми, неуловимыми ребятами. А тут он такой, типа, на мясо, на разведку. Про Таурена в финальной битве я вообще промолчу. Представляешь, сколько там стомпов можно было сделать, если бы он хотя бы инвульчик один взял? У него 540 маны. 540, он топает почти 6 раз, потом пропивает еще 300 маны и топает еще 3 раза. А может выложить амулет, пропить ману? Ну это да, это совсем. Стопануть еще 5. Но... Ну я бы сказал, что это сложно реализуемо, но не для топовых арков. Да-да, так делают. Ну мы это только сегодня видели. Да нет, это не так долго и сложно. Тебя ж стомпанул, пока стомп на кулдауне. Да не обязательно, это все шифт равно... может испортить, кстати, там. Там не туда тыкнешь и выложишь, бежишь в другое место. Нет, там расчет на то, что это происходит довольно быстро. И противник, если он прям не ждет, что ты будешь выкидывать артефакт, он при всем желании не успеет тиснуть артефакт, да. Жесть. Сейчас до чата дошел сигнал по поводу вот этой вот темы с отдачей Таурена. Такая грязь. Мало того, что он вбежал, не стомпал долгое время. Закуп такой, что он должен там стоять полминуты. Какие-то странные сегодня матчи. Лолайт никакой конкуренции вообще не составил. Это майские праздники всех преподан. Да, особенно корейцы. Сокол говорит, пипец, как жалко орков. Да при чем здесь орки? Чё ты... Ты посмотри, что с Флайм творится. Ща Флай затащит, 3-2, не переживайте. Да не затащит он. Причем он не отказался, блин, от Виверн. Я думал, что сейчас сыграет какой-нибудь стандарт. А он по стандарту начал через блейда, отдал 4 грантов. Сейчас 0-3 отлетит и все. Да. А ведь Икслорд на летнем голоде на пинге отжал у Флая катку в бот 3. Молодец. Где Хуманы, спрашивает Сварли. Ну, был инфи, но он не дошел. Ну, он и не особо старался, потому что инфи сейчас полуактивный. И... Миш, да. У нас на текущий момент может быть из вот 13 оставшихся, да, из 57 так. стартов, может быть только 2 победителя. У нас есть один челик, который поставил Fly 3-2 X-Lord, так. и один, который поставил Fly 2-3 X-Lord. Ага. Но они оба очень далеки от... Да. Да, ну 56, да и такой расклад, если честно, я тоже думал, что Fly... катнет. 3-1-3-0. Не заметит. Но нет. Но Флай как-то играет. Он реально играет не на своем уровне. То есть отдавать вот так... Не то, что на импейле отдавать грантов. Он отдавал просто грантов. Самое обидное во всей этой истории, что у нас будет андетский финал. Нет! Я хоть и... Некогда Undead, но андетские мироры, как и в принципе практически, да все кроме мироры. Эльфийского. Ну, может, эльфийский более-менее еще. И то, если они не мирорные страты играют. Валерий Скроу, привет, спасибо тебе. Предвкушаем долбежки на ЖК в серии Бо-7, а там будет Бо-5. Что полуфинал, и что финал сегодня Бо-5. Такая заставка классная, Бестмастер такой... С Мишей. Да, только без мастера никто не использует. А смотри, это Art Reforged, а почему у него в арте этот кепка сохранена? Бэтменовская его. А в Reforged его раздели. Тю-рю-рю-рю. И снова Expand. Да. Слушай, а может это не X-Lord и Fly? У них и никнеймы какие-то странные. Это фанат Fly. Может другой турнир смотрим? Fly Go Go и Альфонсо Коко. Это просто Альфонсо Коко и какой-то фанат Fly. Угу.
Где акулы-ракеты? Да это ж турнир Warcraft 3 Champions. То есть тут очень просто попасть в апсы. Я даже без предварительной вообще какой-то договоренности за 10 минут до начала первой трансляции пришел, вспомнил, что в Дискорде есть группа, зашел туда, там все старые. И все, геймнейм, погнали. Что Абвера с голосом? Спрашивает Госбат. Это очень тонкий подкол. Что с голосом, Леш? Он просто великолепен, как обычно. Неплохо. А вы заметили, кстати, вот если вы возьмете какую-нибудь трансляцию вчерашнюю, например, по тому же самому Варкрафту, и послушайте, прислушайтесь к тону, ну, так скажем. Короче, вчера у меня голос был выше, а Лёша приходит, и все, и сразу... Подавляю тебя, прости, Михаил. Да нет, я просто подстраиваюсь, но сонно очень получается. Ты чувствуешь? Так может, ты вчера не жрал огромный бургер перед трансляцией? Да дело не в бургере. А, я понял, намек, сорян, иду щипать. Не, присаживайся просто, давай, я настроил вебку, давай, все, хватит. Не, я не могу, тут... Снова ты. Так, встречайте Лёшу, Лёша! Опять? Лёша, Лёша! Опять в глаза. Да что такое? А что, это салат? Опять жрать, да что? Ты... Я хочу говорить спать, и пошел жрать. Салат. Ну ладно. Михаил, толстым будешь. Это жук против Яцуры. С когтями, кстати. Плюс 5 нерфлины. Армию игрока атакует. Минус овца. И успевает даже добежать до огра. Не, найн. Правда, нет. Нет, экспа жуку. А предмет блейду. Так, очень нужен второй левел просто, Фибисура. Не окружил Гранта. Да что такое? Мы же говорили, сейчас две подряд флай будет брать. У него все рассчитано. Так, импейл. Просветочка. Но там еще долго. ВВ будет. Танец ветра. Почему Виндволк называется Танец ветра? Я тоже. И странно вольный перевод. Хотя действительно его нормально как-то перевести сложно, чтобы звучало адекватно. Ну, ветряная поступь. Как? Я не знаю даже. Танец ветра. Так. У него есть став, но там, по-моему, есть... Да, там импейл есть. И... Нет. Это минус блейд, но экспанд отменит. Не-не-не, импейл. Вот сейчас прям. Эх. Надо было импейл сразу делать, он бы уже не успевал. Правда, наверное, все равно бы успел, да. Если б сразу сделал... А, на два ему не хватало импейлов. Что ж, сразу идет крипить. Тут, кстати, проще от виверны отбиваться, потому что можно мерку взять. Строль и жрец две виверны спокойно отбивают. Армию игрока атакуют. Так, опять дабл виверны. В этот раз он решил кучу грантов не делать. Все равно теряет. Тут уже третий Фебис. Надо брать мерка, наверное, сразу. И надо идти к экспанду. На всякий случай. Ну надо идти к экспанду на всякий случай. Правда, вряд ли уже отменит. И все-таки замедление, два импейла есть. Замедлил он почему-то не перекидывает. Тут можно обоих замедлять.
Нет, ну куда ты с блейда-то замедление убрал? Тут просто если по очереди по ним стрелять, то оба будут замедлены. И экспант отменяется, лол. Почему такие детские ошибки? Ведь было очевидно, что экспант через 10 секунд уже никак не отменить, и надо идти его прикрывать. Потому что куда еще идти? Экспант — самое важное, что есть в этой жизни у тебя. А ты его так бросаешь. Еще разок отменили, что ли? Да? Да, при этом на халяву вообще. Просто два гранта, блейд пришли. И без потерь, что ли? Труп. А, и вижу труп. Нет, гранта. Гранта, да. Но сейчас еще виверны начнут прилетать. Правда, что-то он как-то долго их делал. Да. А это что было? А это... Не знаю. Так, ладно. Ему, наверное, неудобно контролить, когда в группе гранты есть. Так, ну тут уже и зигурат. И еще зигурат, лол. Здесь уже прогрейжен? Нет, надо тоже тут грейдить зиг. Потому что верно, когда увидишь, что здесь уже ее ждут. О, летящая походка. Виндвок. Хорошая адаптация была бы. И еще кто-то хороший вариант там предлагал. Ветреная походка. Нет, поступ ветрова. Поступ ветром. Город не, ну тут нет, уже не отменить, да. Там тролль прикрывает, хорошо. Виверны все-таки такой юнит. Очень на грани. Может очень хорошо зайти, а может очень плохо зайти. Блейда ветрянка, короче. Почему он так ауру любит, а не стомп? Не знаю. Неужели она так много дает? Ёп. Не резали, но дает она как раньше, 10%. Ну, оп, никого не поймают даже напоследок. Чтоб красиво было. Ну, сейчас стомп тоже бы зашел. Это очень близко к 3-0. Да. Странно, да. Что никто не ожидал, что... Да это вообще, я до сих пор не могу понять. Ладно, Лалайт хэппи, но как бы Лалайт там тоже ошибался, как будто, ну, как эльф, короче, ошибался. Ну, я тебе скажу, что хэппи тоже играл слабее, чем обычно. Мне кажется, он просто перестраховывался. Ну да, ну... Не понимая, что точно ему происходит. Ему скорее не дали вообще показать, попотеть, можно сказать. Да. Он такой, блин, а чё происходит? Я везде и всегда выигрываю. Мне ничего не надо делать толком. О, кстати, это не минус жук. Нет, а минус он просто уйдет. Ну или на него столько времени тут потратит. Город в осаде. А, погоди, сейчас даст же кончится. Да, вот и все. И он просто уйдет. Там был вард стоял, потом даст еще. Да. Ну, все плохо у Флая. С вивернами надо сейчас либо делать Т3 и шкатулку выходить и надеяться на то, что... Два барака, бойня, храм. А тут пуш будет просто тайминговый, смотри-ка. Игрока атакуют. А что там по Т3 у орка? Заказы. А-а-а. Сразу все. 40 лимита просто, здравствуйте. Сейчас можно было попробовать, знаешь, что делать? Попробовать от жука сразу уходить вниз и забирать желтую и красную точку на территории врага. Вот. И исключительно попробовать. За счет высокоуровневых героев попробовать как-то в этой игре еще подержаться. Он куда-то бежит. Вот сюда он не успеет. Блин, ну что? Не, врывается. Минус гуля. Ну, позиция неплохая, да. Потому что верно не дойти было. Теперь дойти. Минус вторая, минус рейдер. Минус третья. Ну, любой размен тут просто отвратителен. Да. Просто X-Lord не понимает еще, насколько у него большое преимущество. Турена-то надо бы как-то убирать. Ну, можно, конечно, и в таверну его убрать, да. Тоже вариант. Блин.
Чего же он так? С виверными на самом деле очень хорошо крепится. Очень хорошо. Урона в них нормально. Маневренность у них хорошая. Че полез ловить, непонятно. Забрал бы спокойно параллельно сейчас вот этот второй магазин. Пока там Undead добивало. Все равно, что плюс. Это же вражеский магазин, правильно? Ну да. Сейчас Blade на грани. Крит на этот, на мисс. Ну, если бы от МПЛ попал. А, ну он решил, что... Нет? Ой, какой же Аркадий красиво, Fly. Красиво. Да, это было на тоненько. Ну, X-Lord'у не надо было импел кидать, который, по его мнению, должен через два экрана был ловить Блэйда, да? Угу. И тогда бы тут Fly доигрался. Но, честно говоря, X-Lord тут уже не может проиграть. Так что не столь важен. 62 лимита, причем он делает лимит такой прям специально под пуш, то есть он не собирается ждать особо, то есть он остался осознанно на лимит на Т2 для того, чтобы прессануть орковский эксп. Все очень логично и правильно. У Таурена банка маны, камень маны, но опять ни одного артефакта на здоровье. И начинает сражение классические для Флая. Вперед бегут виверны. Таурен ловит импейл Таурен и просто... делает первый стомп спустя полминуты. Второй блин, стомп за игру. Подожди. Это же первый стомп в этом сражении, да? Вот это только что было. По-моему, это вообще за три игры один из немногочисленных стомпов, в принципе. Какая грязь. Нет, ну, виверны — это не его. Это вот... Таурен тоже похоже. Так это странно выглядит. Не, наверное, ну, все, просто развал. Реально пинг плохой. Я другого объяснения особо не могу дать. Что, 30 лимита на 60? Есть небольшое преимущество сейчас у X-Lord'а. Это 3-0 X-Lord Fly'а. 3-0. Да, немножечко. Странно. У нас не было таких прогнозов, даже близко. Даже 3-1 никто не ставил. Город в осаде. А это может быть, кстати, 3-2-2. Ну а чё? Я не видел 100 лет, чтобы Fly вот так вот грубо ошибался. Ну, как раз, если бы это был какой-нибудь лин, было бы совсем странно. Но Fly бывает... Да, Аркадий. Ну и первая игра там уж слишком была очевидна, что просто фигня случается. Ну хотя, так вивернами залетать. Ну, базы нет. Fly с горем пополам, конечно, сделать 50 лимита с одной базы. Да, да. Но сейчас будет еще у нас андедовский мирор перед баней. Это нет, долго. Это нет, это не, может быть, недолго. Не, у них будут долгие. Да? Пары. Не, ну там, по крайней мере, чего? Там будет тоже 3-0. Скорее всего. Не факт. Там просто будут в Т3 игры все. То есть в андетском мироре раньше Т3 не заканчиваются игры. Либо экспанд с обоих сторон, либо Т3 с обоих сторон. ГГ. Ё-моё, 3-0.